Меня зовут Полина, мне 11 лет, я из Мариуполя. Я люблю очень сильно рисовать. Я рисовала картины по номерам, сама рисовала. Мы даже в подвале рисовали лица себя. Меня зовут Татьяна, я мама Полины. Полина родилась в роддоме, в который, к сожалению, 9 марта прилетел снаряд. Мы прятались в подвале возле родильного дома. Самое лучшее во время войны в подвале, когда мы сидели, это было 8 марта. Все именно собрали, все 60 человек смотрели на нас, снимали, смеялись, плакали. Это были замечательные чувства. Люблю я тебя, мама, ты мой космос навсегда. Психологическая травма у Полины проявляется в том, что она боится, в принципе, вообще даже в соседнюю комнату выходить одна. Спать одной категорически нет. В Виннице мы нашли кружок творчества и рисования. Нашли его через интернет. Я вижу, что она, общаясь с другими детьми, что-то делая руками, она расслабляется. Она стала чаще улыбаться в первую очередь и не так уже сильно реагирует на шум стройки. Она стала более раскрепощенной. Это видно в действиях, даже в поведении, в том, как она сидит. Мне сподобилось.